два разных тайма получились, 0-2 после первого. Почему, как вам кажется, команда не смогла упрочить лидерство, хотя все основания к этому были? Это вопрос лежит на поверхности. Просто нужно было забивать все моменты в первом тайме, которые мы создали, и мы пошли на перерыв. Там счет 5-0 бы был. Поэтому мы свои не забили, пропустили 3, поэтому проиграли. Уже вдесятером оказавшись, смогли ли быстро донести до команды, как располагаться, как они ваши указания выполнили, как оцените? Конечно, донесли им, что нужно было создавать две линии, две четверки при обороне. Вот. Поэтому, ну, пропустили 3, что делать.